Хейо, всем привет, вы на канале Call Me Gage, и сегодня мы будем рисовать по запросу моего подписчика, вот, кстати, этот комментарий. Сегодня я буду рисовать глаз из террарии, ну, это такой, знаете, ночью, когда просыпаются все зомби, эти глаза летают, также, как помню, есть босс, глаз такой. Ну, ночью прикольный, советую вам нарисовать перед началом, вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приятного вам просмотра, а мы начинаем. Для начала берем черный цвет и let's go, погнали. Для начала ставим 3 клетки и закрашиваем. Дальше вправо 2 клетки закрашиваем. Теперь здесь влево тоже 2 клетки. Теперь здесь мы одну. И здесь пока давайте тоже одну. И делаем 3 на 3. То есть 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И здесь еще посередине одну закрашиваем. Здесь одну ставим, закрашиваем. 2 вправо. Пока у нас получается вот так вот. Ну, это глаз реально маленький. Его очень легко нарисовать. Теперь здесь 3 клетки вправо. 2 вот здесь вот. И здесь одну. Дальше мы здесь одну пропускаем. Закрашиваем вот так вот одну. И здесь еще. И через одну клетку вот здесь вот закрашиваем. Все, теперь нам черный цвет не понадобится. Дальше мы должны взять фиолетовый цвет. Фиолетовым цветом мы, значит, закрашиваем сначала здесь вот, вот так вот одну клетку, здесь тоже. И здесь вот мы вот так вот выделяем и 3 клетки закрашиваем. Убираем его, достаем синий цвет, закрашиваем здесь вот одну клетку и здесь также 3 клетки. И все, мы теперь это убираем и берем последний на сегодня цвет. Это красный цвет и, значит, его будет побольше. Здесь накрашиваем одну. Дальше здесь 2 клетки. Здесь пропускаем одну, закрашиваем. Здесь мы ставим 2, закрашиваем. Теперь здесь тоже 2. И вот здесь вот третью ставим. И здесь одну тоже закрашиваем. Пока получается вот так вот. Значит, здесь ставим 2 клетки, а здесь 1, 2, 3. Закрашиваем. Теперь здесь мы ставим вот так вот. 5 клеток. И здесь мы 2 клетки закрашиваем. Ну, почти внутри мы закончили. Только здесь мы ставим 2 клетки, закрашиваем. И здесь мы вот так вот до конца ведем, тоже закрашиваем. Здесь мы с вами должны поставить 1, 2, 3 клетки, закрашиваем. Теперь еще мы должны прибавить здесь вот так вот 3 клетки уголком. И здесь 2 клетки. Здесь мы ставим 1, 2 и 1. Вот так вот получается, закрашиваем. И все, нам осталось совсем чуть-чуть. Мы здесь сначала закрашиваем 2 клетки. Очень быстро. Берем вот так вот быстренько закрашиваем. Теперь берем здесь 2 клетки, закрашиваем. Прям теперь осталось совсем капелька. Мы на финишной прямой. Здесь ставим 1 клеточку. Ее закрашиваем. Let's go, let's go. И здесь одну последнюю закрашиваем. И я вас поздравляю. Мы закончили рисовать этот рисунок. Он у нас получился вот такой вот красивый. Обязательно ставьте лайки. Кто хочет еще какой-нибудь рисунок из террарии, обязательно пишите это в комментариях или поставьте лайк. Будет много лайков, я пойму, что вы хотите еще. Ну а всем удачи, спасибо за то, что посмотрели, пока!